Дура! Есть! Мама остается, папа! Алёна! Я! На порядок выше не слышишь! Слышишь? На порядок выше и здесь! Здесь! На порядок выше и всех мы! Здесь! И совесть у нас тоже есть! Команда КВН «На порядок выше» приветствует вас! Слушайте, а мы не слишком зазнались? Что будет, если мы проиграем с таким названием? Ну, тогда придется действовать старым проверенным дедовским способом! Ничего не понимаю. Максим в нашу команду попал через постель, Лёша по блату, Паша по протекции, а Макс? А Макс по феншую. Ребята, а я вчера со своим другом разговаривал по скайпу, так он мне и заявляет. Хорошо тебе, в сказке живешь. В некотором царстве, в 39-м государстве, да и то на причинквизе, блин, а? Люби все возрасты покорные. Чуть больше чувств, чуть меньше порно. Энциклопедия знакомств. В начале 20 века. Восьмидесятые. Аленка, а ты яйца на Пасху, кстати, красила? Ну! Ну, я их кипяток с луком кинула, но они почему-то растаяли. Ребята, а что бы было, если бы их смартфоны изобрели в 20 веке? Тогда фраза «Вы поехали!» никогда бы не прозвучала. Гагарин был слишком занят обновлениями на Facebook и твитами. Подожди. Гагарин был простой советский парень. Какой твитер? Максимум имейл! Every day I'm shuffling. А сейчас случай в русском ресторане. Здравствуйте, а предложите нам что-нибудь? Макдональдс за углом. Нет, вы не поняли. Нам хочется чего-нибудь домашненького. Меню тебе для чего? Бутерброд с маслом $20. Бутерброд, упавший маслом вверх, $30. А вчерашний салатик у вас по какой цене? Этот вчерашний салат по сегодняшней цене. Хорошо, тогда мы возьмем 2 оливье, 2 шашлычка и водочку бутылку. Слышь, не надо тут выпендриваться. Ты хотя бы попробуй от нашей салатной заправки не окосеть. Every day I'm shuffling. А теперь новости на нашем канале. В российском фольклоре появилось 2 новых сказочных персонажа. Добрый молодец Прохоров и Владимир Бессменный.
Кевин Рад был первым, кто купил новый бестселлер Владимира Путина. «Делай, как я, повторяй за мной». Политологи предполагают, что предвыборные обещания Владимира Владимировича будут исполнены в 2012 году. Сразу после конца света, конечно же. Новости шоу-бизнеса. Джастин Бибер умер после 15 часов пыток металлом. Every day I'm shuffling. Интересно, а как много пар решили сыграть свадьбу 1 апреля? Первоапрельские розыгрыши. Дмитрий Анатольевич, что вы делаете в кабинете Владимира Путина? Вы же больше не президент. А? Проказница, я знаю. 1 апреля никому не верю. Every day I'm shuffling. Алло, алло, Пентагон, я красную кнопку нажал. Every day I'm shuffling. Любовь зла, полюбишь и козла, а также и гуся, и жирафа, и медведя, если станешь директором зоопарка. Итак, классическое утро воскресенье. Ой-ё! Ну, и зачем ты так напился вчера? Я перезагрузку мозга делал. Ну-ну. С полной потерей сохраненных за 30 лет файлов? Нет, вот брал бы пример с меня. Я каждый день хожу в спортзал. Хочу себе попу, как орех. Грецкий. Ну-ну, а спонсор сегодняшнего утра – Центромон. Центромон, скажи похмелью. Ну, пожалуйста. Every day I'm shuffling. Что после избрания Барака Обамы в президенты Арнольд Шварценеггер сменил свой легендарный слоган на «I'll be black». Рубрика «Хотите верьте, хотите нет». Хотите верьте, хотите нет, но ученые выяснили лучший способ распространения информации. Телеграф? Да. Телефон? Не угадал? Может быть, телевизор? Нет. Телевизор? Хотите верьте, а хотите нет, но при съемке рекламы Блендамент ни одно яйцо не пострадало. Хотите верьте, хотите нет, но чайный пакетик, использованный в 9-й раз, превращается в умело скрученную сигаретку. Every day I'm shuffling. Приветствия сыграны.